что вы, Семен Васильевич, мечта. Я ее каждую ночь во сне вижу. Тимерочка мою, цвета кориды. Какого цвета? Кориды. Цвета крови, значит. Да ты в свои годы должен девчат во сне видеть, а ты машинами бредишь. Ну, Семен Васильевич, ну замолвите словечко-то на распределение. Вы же у нас в шахткоме самый глубоко уважаемый человек. Вас послушают. Я же хорошо работаю. Театральная площадь. Афиши яркие, Гурова свеж и светел. Случайно просто в магазине подарков этих двоих я встретил. Лиц брезгливо морща полотна для уюта квартиры. Шумно, весело и беззаботно мяли они сувениры. Вот на сувенире угля кусок, рядом лампа шахтера, а вдоль сувенира наискосок привет из Донбасса рукою гравера. Мило. Оценено первым сухо, тронул граненый угол. Мило, но... долетело до слуха. Куда этот грязный уголь? И сели они, скаля зубы довольно, в машину, горящую лаком, и увезли в свой зверинец настольный искрящуюся собаку. Остался на сувенире угля кусок, рядом лампа шахтера, а вдоль сувенира наискосок привет из Донбасса рукою гравера. Я не люблю безделушки для полок, уюта мещанского штучки. И помню, тогда мне еще рублей 40 пришлось занимать до получки. Но нынче стоит у меня на полке среди старых книг и герани, и светолучи разбивают в осколки его разноликие грани. На сувенире угля кусок, рядом лампа шахтера, а вдоль сувенира наискосок привет из Донбасса рукою гравера, а вдоль сувенира наискосок привет из Донбасса рукою гравера. Игорь Артемович, пробиваемся.